Всем привет, привет, привет! Всем моим друзьям, всем моим зрителям, всем моим подписчикам и всем, кто совершенно случайно забрел на мой каналчик. Ой, у меня сегодня будет маленькое видео. Хочу попросить у вас помощи. Есть у меня вот такие прекрасные бусы. Я их купила в секонд-хенде, они были... Я их купила отдельно, они были без мешочка. Я как-то зашла... Смотрю, они висят, такие красивые, мне понравились. Спросила я у хозяина, сколько стоит. Хозяин мне сказал, 3 евро. Я подумала, ай, 3 евро, я за 3 евро могу целый мешочек купить. Ну, как-то так ушла, не купила. А потом пришла домой, и так мне их захотелось. А потом были выходные, потом были еще какие-то дни. Ну, в общем, с неделю я в этот магазин так не наведывалась. А потом пришла, а так как на бусах цены не было, я у него по-новому, ну, я же не могу сказать, дайте мне эти бусы, потому что я же не знаю, что он мне ответит в этот раз. И я у него спросила опять, а сколько стоят ваши бусики? А он так на меня смотрит и говорит, 5 евро. Я говорю, стоять, 5 евро. Так они же пару дней назад стоили 3 евро. Он говорит, ну ладно, 3 евро. В общем, так что первый раз мне 3 евро показалось дорого, а второй раз после 5 мне показалось очень даже ничего. В общем, я их купила, довольная, пришла домой, рассмотрела их, все, понравились. Мне не нравятся все, за исключением вот этих вот бусин. Вот эти бусины, тут с ними все понятно. Они самодельные, они не идеальной формы, хотя... Не знаю, я так решила для себя, что это какая-то полимерная глина. Хотя, может быть, это какой-то камень. Они несовершенный. Здесь шар такой, он какой-то с выпуклостями, впуклостями, непонятный какой-то. Ну, я подумала, что они самодельные. Тут какие-то иероглифы непонятные, или это какой-то узор под иероглиф. Ну, в общем, эти бусы мне не нравятся. Но остальные бусы, они камни. И вот есть камни более розовые, вот как этот, а есть камни более желтые, вот как эти камни. Вот эти камни я решила, что они крашеные, хотя я не уверена. Ну и вот такая большущая черная бусина, она тоже камень, но она очень большая. В общем-то, я сижу, смотрю на них и думаю, все-таки из чего они сделаны. Я их взвесила, они весят почти 300 граммов, они очень тяжелые такие вообще. Совершенно тяжелые, хотя бусы не длинные, они такие, ну, совсем под горлышко. Ну, не совсем под горлышко, но, в принципе, они не длинные. И вот мне интересно, все-таки, из чего они состоят? И вот я решила вам их показать, а вдруг вы мне поможете распознать этот камень. Вот я так поближе его покажу. Может быть, кто-то знает, что это за камень. Очень мне интересно. Но хочется из них что-то сделать, но хочется все-таки знать, что это. Вот такой камень, вот этот красный, хочется поподробнее показать. Он такой, ну, я решила, что он крашеный, но на самом деле, честно говоря, не знаю. Может быть, он такой и есть, хотя вот такой вот он, так сказать, на срезе. Это там, где у нас... отверстия. Так, и эти камушки покажу, какие они здесь в отверстиях. Вот этот более желтый. Сейчас посмотрю, где тут у нас более розовый камень. Господи, где-то ж я его видела. Так, моя камера сошла с ума. Так, давай. О. Да, вот этот вот более розовенький. Да, вот этот, точно. Давайте мы его посмотрим. Это следы от вот этих колечек, от вот этой бижутерии. Боже, не бижутерия, от этой фурнитуры. А вот эти. Ну вот тут видно, что они несовершенной формы. Здесь они какие-то странные, эти бусины. Ну и вот черный камень. Вот такой он. В общем, помогите. Помогите распознать камень. Очень интересно, что это.
Ну вот. Они крупные очень, эти бусины, особенно вот эта черная совсем, совсем крупная. Я не знаю, видно, не видно, они какие-то тут есть какие-то прожилки на них. Ну, в общем, вот такие бусины. А я с вами прощаюсь и благодарю вас за помощь. Всем пока-пока-пока. Встретимся скоро.